Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах РЖД, причем независимо от категории вагонов. Вместе с ними бесплатно может ехать один сопровождающий. Количество поездок не ограничивается. Нововведение вступило в силу с начала этого года. Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут, так же, как и оплата за сервисные услуги. В их числе постельное белье и питание. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться и услугами пригородных поездов.